Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Буква Л в нашем восприятии вызывает неоднозначные ассоциации. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Значение буквы И – притяжение, огромная масса и тяжесть вытекает из звукового звучания данной буквы. Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Буква Т в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Предупреждение владельцу с буквы Л – не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Эти люди любят разнообразие в мелочах. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Они добросовестные, исполнительные работники, прекрасно ладят с окружающими. Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Имеют глубокие чувства, проявляют умение обращаться с деньгами. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. Глубокой преданность отдают тем, кого они любят. Буква О в этом имени приносит людям раскрепощенность и жизнерадостность. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.